Міські двірники вирішили у незвичний спосіб донести свою позицію харків'янам та провели флешмоб у кожному з 9 районів першої столиці. Все задля того, аби привернути увагу людей до своєї роботи, адже двірники – це одні з тих представників комунальної сфери Харкова, хто в умовах всеукраїнського карантину повинні працювати та щодня прибирати прибудинкові території від сміття. Харківчані, підтримуйте нас, оплатіть квартплату. Несмотря на карантин, наши дворники работают в штатном режиме. На сегодняшний день мы уже очистили полностью район, ведутся работы по благоустройству. Мы рыхлим газоны, клумбы, цветники, подготавливаем все к посеву семян, цветов. Будем в апреле рассаживать многолетние цветы. Осуществили уже где-то 3000 метров квадратных газонной травы высеяли. Будут работы продолжены. Убедительная просьба – цените, дорожите нашим трудом, и тогда наш район и наш город будет очень красивым, благоустроенным. Уважаемые жители, убедительная просьба – поддержите наших дворовых рабочих, оплатите вовремя квартирную плату. А це вже один з дворів поблизу залізничного вокзалу у Холодногірському районі. Тут двірники також працюють, незважаючи на карантин. Благоустрій та чистота прибудинкових територій – їхнє головне завдання. В связи с карантином работа дворовых рабочих не изменилась. Они все так же утром выходят на работу, они наводят порядки во дворах, оказывают услугу жителям по уборке территории и благоустройству дворов двух районов, Холодногорского и Слободского. Большая просьба к людям пожилого возраста оставаться дома. Большая просьба к их родным и близким им помогать с продуктами, с оплатой услуг. Это поможет и нам. Это поможет и нам и дальше продолжать работать и оказывать услугу. И чтобы город был таким же чистым и комфортным. Будьте відповідальними! Залишайтеся вдома! Майбутнє в наших руках! Працюють у повному складі та за звичайним графіком і двірники Новобаварського району. Ось одна з таких локацій у Пермському мікрорайоні. У захисних масках та рукавичках вони підмітають вулиці, пораються у квітниках, роблять прибудинкову територію чистою та охайною. Я хочу обратиться ко всем харьковчанам, которые сегодня находятся на карантине. Уважайте труд дворника. Убедительно вас прошу, оплатите коммунальные услуги. От вашей оплаты зависит дальнейшая судьба нашего красивого города. Дворники должны получать за свою работу деньги. Ведь всю работу, которую они делают для вас, ради вас, во имя процветания нашего любимого Харькова. Любий Харків працювати для людей, навіть карантин. Ігор Безкровний та Ярослав Кононенко. Харківські звістя.